Наша мама принесла с работы какую-то интересную штуку. Она очень похожа на меня, только совсем не лает и пахнет чем-то странным. А вдруг она съест все мои вкусняшки? Лучше спрячусь от нее под столом на всякий случай. Рыжая, прекрати панику. Ты многое говорила, что этот щенок деревянный конструктор, и его не надо кормить. Ну ладно, допустим, но я все равно буду за ним следить. Что ты говоришь, мамочка? Да, очень нравится, такой милый щеночек.